Концепция развития пассажирских перевозок водным транспортом будет рассмотрена на заседании экономического совета при правительстве республики. Такое поручение дано премьер-министром Якутии Галиной Данчиковой. Речные перевозки в Якутии составляют одну из важнейших сфер транспортной деятельности. Общая протяженность пассажирских социально значимых маршрутов составляет почти 7,5 тысяч километров. В сезон услугами речного флота пользуются до 350 тысяч человек. Это 1/3 численности населения республики. Провести комплексный анализ текущего состояния и перспектив развития речных пассажирских перевозок поручено Центру стратегических исследований Якутии.